Ребята, ребятушки, в Питере жара уже неделю. Днем больше 30 градусов. Но, кстати, чем уникален и удивителен Питер в плане вот этой жары, да? Об этом хотел сегодня немножко рассказать. Вот, например, на юге, да, в Краснодарском крае был 30 дней в этом году на море, на Азовском, и жара была сумасшедшая, да, там больше 30 градусов, и она была и днем, и ночью. То есть южная жара не падает в температуре ночью, а в Питере немножко по-другому, особенно вот в августе, да. Температура воздуха ночью снижается ниже 20 градусов. Вот когда я вставал рано утром, да, сегодня в 7 утра, вот сейчас 8.02, час назад, было на градуснике термометре, да, температура за окном в квартире там плюс 20-21, да, то есть ночью температура была где-то в районе плюс 18-19. То есть когда идет вот это снижение ночью, да, то естественно город, дома, квартиры, они остывают, и получается, что в принципе, да, днем жарко, причем от количества воды в городе жарко невыносимо, потому что влажность высокая, да. И несмотря на это, ночью город остыл, встаешь с утра, достаточно комфортно. Какое-то время, там, наверное, часов до 10 утра чувствуешь себя великолепно. Дальше опять жара и опять по кругу то же самое. Классная погодка, хорошего дня!